Всем, ребята, здорово! Новый выпуск по Clash Royale. Продолжаю играть на основе. Люди, которые были вчера на стриме, в курсе, что я почти взял 5500 кубков. 6 трофеев оставалось, мы уже включили запись. Там последний поединок был и 500 хп у противника осталось. Прям жесть. Совсем чуть-чуть не хватило, и я потом слился до 5300. Собственно, честно, я не сильно расстроен, потому что я в любом случае 5500 возьму. Просто этот процесс немножко оттянется. Скорее всего, возьму сегодня. Там посмотрим. Значит, смотрите, колода, которую я играл. Вот эта дека. Потом я заменил ее на гиганта. Вот на эту. Сейчас, вот на эту. Вот, ну, так как у меня темный принц уже доступен на 8 уровень, я буду стараться составлять колоды с двумя принцами. Потому что, ну, 8 эпики, конечно же, тащат, но только выбор у меня небольшой. То есть, либо с гигантом что-то, либо с големом. Ну, честно, ну, не знаю, такое, знаете, среднее что-то. Ну что, я готов 100 тысяч золота тратить на прокачку темного принца. Кстати, кто не видел видос, где я открывал сундуки, где мы нафармили, собственно, этого принца, посмотрите, подпишитесь и поставьте, пожалуйста, лайк, ребят, на ролик. Ну что, прокачиваем 100 тысяч золота, 8 уровень, темный принц. Делаем скриншот по традиции и продолжаем наш ролик. Значит, единственный минус, конечно, в этой деке, что у меня третья ночная ведьма. Я, в принципе, думал, чем ее заменить. Можно заменить лучницами, можно заменить тремя мышами. Но, честно говоря, лучница, ну, блин, убивается фаерболом, а ночная ведьма нет. Ну, не знаю, честно. Сыграю с ночной ведьмой, если не понравится, попробую с лучницами. Блин, второй поединок мне уже не везет. 389 хп осталось. Блин, гребаный палач с торнадо. Ребят, две каточки слил. Блин, что-то не заходит вообще мне в последнее время с големом. Может, с гигантом попробовать? Хотя, даже если бы я был бы с гигантом, то... не факт бы, что я победил. Палач, торнадо, изи контрит это все. Ладно, будем надеяться на то, что мне просто не повезло с колодой противника. То есть палач, торнадо меня реально контрит. Такс, мегаминьон. Мегаминьон уничтожит сейчас вот этих мышек. Сейчас поизон, наверное, еще упадет сверху. Так, сейчас проверим. Нет, я не вижу поизона. Давайте еще одного принца подкинем. Готовим сейчас зап, либо стрелы. Мне чувствую, орда миньонов будет сейчас. Смотрите. А, нет, не орда миньонов. Так, окей. Это проход. Да, обожаю такие моменты, когда противнику нечем задефаться. Так, мне бы какую-то карту слить. Давайте зап, чтобы поставить еще один сборщик. Отлично. Так, в принципе, даже если сейчас гигант пойдет, мне ничего не грозит. Собственно, я думаю, что можно сейчас, даже если... Ну, он выбросит справа гиганта. А нет, он выбросил его слева. Очень жаль. Так, мегаминьон вот здесь. Сейчас будет поизон. Ну, должен же быть поизон. Но я чувствую, что там поизон. Что, неужели нет? Очень странно, очень. Ну, окей, тогда пошел принц. И пошел темный принц. Блин, неужели я сейчас вторую башню так снесу? Так... Стрелы, окей. Зап готовим сейчас. И он тоже запнул. Но это его, ребят, не спасает. Мы тоже запаем сейчас мегаминьона. Отлично. И тоже наносим очень много урона. Практически минус вышка. Да, вот сейчас каточка хорошо идет. Предыдущие две вообще у меня не зашли. Немножко, честно, обидно. Так, ну я думаю, что это трешка. Как вы считаете, снесу я его на трешку? Напишите в комментах. Так, давайте здесь ночную ведьму. Он, скорее всего, гиганта. А, нет, гиганта слева выбросил. А, гигант плюс шар. Он на что? Так, ну давайте здесь мегаминьона. Эликсира у него сейчас вообще нет. Давайте голема. Замечательно. Ну, это трешка, пацаны. То есть он 10 эликсира слил и в итоге даже вышку не забрал. То есть для него это фиаско и невозможно задефаться. Я не понимаю, у него реально дорогие карты, там варвары, у него шарик. Ну, ладно, скелетики у него есть. Ну, что он не взял сборщик? Ну, не знаю. Либо зачем ему варвары? Вот ты тратишь гиганта плюс шарик, да, у тебя нету эликсира потом на деф. Ну, ладно. Не будем искать логику в его колоде. Так, плюс 3 короны, замечательно. Кстати, сейчас как раз-таки еще 2 короны, и мы набьем краун чест. А вдруг там будет лего, кто его знает. Поехали в следующий поединок. Пока мне нравится, конечно же, 8 эпики, все дела, но, наверное, я буду что-то мутить другое. Возможно, даже не с этой колоды буду брать 5500.
Ну, не знаю, что-то, ну, тяжело мне заходит эта дека. Хотя я люблю такие пушколоды. Голем плюс 3 мушкетера. Вот с принцами тоже нравится. Вау, молния. Шикарно. Ну, одну каплю эликсира я все равно получаю. Так, блин, неужели это снова Хок-Палач? Ну, только не это, но я тебя прошу. Только не это. Ладно, давайте голема выбросим. Хотя до двойного эликсира нежелательно. Сейчас, если пойдет палач, все, это фиаско. Да палач там пойдет, естественно. Что там еще может быть? Я уже эту колоду знаю. Но если там не палач, там вышибало. А, ну, это уже интересно. Это уже интересно. Окей. Пошел у нас принц. Готовим стрелы. Вдруг там орда миньонов сейчас. Кто его знает? А, так там комп... Там фул комплект. Там и вышибало, и палач. Ой, господи. Просто я не понимаю таких людей. Вот нахрена ему и вышибала, и палач. Ну, блин, ну палач же крутой сплэшер и воздух. А, я понял. У него нету мозга. Все, я понял. Зачем я пытаюсь какую-то логику ловить? Тут вообще бессмысленно. Блин, стрелы тупые вообще. Стрелы вообще тупые. Зап. Давайте попробуем сейчас проатачить. Понятно. Значит, гигант, вышибалах, Хок Палач. Он совместил две колоды в одну. Ну, чё, удачи. Ладно. Хотя почему нет мозга? Возможно, эта колода неплохая. Но меня бомбит, значит. Значит, я прав. Ладно, это тупо. Поехали. Двойной эликсир. Сейчас, если молния жахнет он, то, в принципе, у нас есть сейчас шансы неплохие. Ого, сколько тычек Хок сделал. Охренеть. Так, мне кажется, вот сейчас будет использоваться молния. Так, надо подумать, надо подумать. Так. А давайте ведьму здесь. А, так, здесь ведьму. Так. Пошли два принца вот сюда. Ой, жесть там, что происходит. Так. Ё-моё, блин, а я еще сейчас не заберу из-за Хога. А, у него же еще торнадо, ё-моё. Это фиаско, пацаны. Это реально фиаско. Я не знаю. Как мне против такого играть? Давайте стрелы попробуем как-то сейчас попытаемся добить с пылами 200 хп. Мне, в принципе, стрелы надо выбросить и зап. Вот, в принципе, зап. Ну и вот, в принципе, стрелы мне не хватает. Интересно, 125 хп добил бы я стрелами? Давайте посмотрим. Ой, что я смотрю? Давайте посмотрим. Стрелы наносят по королевской башне. Нет, мне надо их прокачать до 13 уровня, только потом бы я смог бы добить. Ну давайте прокачаем, что? О, теперь бы ровно 125. Ровно 125, вы представляете? Прям тютелька в тютельку бы была. Ай, блин, как же обидно, реально обидно. 125 хп. Ребят, ну, очень тяжело. Вышибала, палач, плюс торнадо. Ну, блин, много сплэша, слишком много. Да плюс еще два юнита, которые, блин, и танчат, и дамажат. Хок с этим, с гигантом. Что-то какой-то бред. Ну, ладно. Так, давайте быстрее уничтожайте этого. Так, тут у нас... Не, запать не будем. Запать мы не будем здесь. Мы, наверное, просто поставим с бочки эликсира. Мне интересно, это стандартная колода с мортирой или же нет? Давайте, ну, проверим. Ставим с бочки эликсира. Если ракета летит, это классик мортира. А, господи, да, это классик мортира. Достали уже. Сколько уже, вот, ребят... Сколько уже мортира люди играют? Да давно, я не помню, я записал ролик год назад, когда мортирой тащили. Уже год почти с этой, ну, май месяца где-то, да. Май. Год уже мортира играет. Да вам самим не настоит... Это квартира, блин, это мортира не настоит. Ну вы поняли? Ну как можно с ней сколько играть? Я понимаю, что она там быстрая, там тащит, универсалочка, ну... Ну ёптить, ну хватит уже с ней играть, а, ну... Да еще извращают же колоды с мортирой. Это классик мортира. А сейчас ее и со всякими копеечками, и там с какими-то бандой гоблинов, армией скелетов, летучими мышами. Господи, сколько мусора берут с ней. И с чем там играли? Вот это вместо торнадо. Какая была? А, стрелы вместо торнадо были.
Ой, господи, ладно. Так, ставим, короче, сборщик эликсира. Сейчас полетит ракета. Ой-ой-ой, только не 2500 хп на вышке. 2700 хп на вышке. У меня так-то проблемки, ребята. Если сейчас мортира пойдет в атаку. Вот она, в атаку. Тинс. То это жопа. Это последний заход от него. Вот прям тютелька в тютельку ему все хватает. Чтобы... Ну все, чтобы добивать меня в конце ракетами. Голем. Мега миньон. Сейчас, скорее всего, мортира вот здесь будет где-то. Так, давайте сейчас... нет. Используем зап. Так, хорошо. Пошел у нас принц. Пошел принц. Так, там сейчас куча разной херни будет. Так, ой-ой-ой-ой, давай-давай, принц. Нет, не дает принц. Так, выбрасываем стрелы. Стрелы. Давай. Отлично. Запа нету. Сейчас бы запнул, вообще было бы идеально. Эх, блин, зап, только следующая карта. Так, хорошо. Ставим снова голема. Сейчас знаете, что будет? Сейчас будет торнадо, скорее всего. А может и нет. Так, выбрасываем ночную ведьму. Так. Так. Давайте мега миньона. Готовим зап стрелы. Давай, летучих мышей. Ты же хочешь их выбросить. Давай. Вот они, летучие мыши. Не сдержался парень. Так, выбрасываем стрелы. Блин, вот не хватает запа, серьезно. Так, окей. Ну, скорее всего, пацаны, будет ничья. Хотя, вот смотрите, он в надежде, то, что он сейчас сможет все-таки забрать как-то зап. Хотя у него есть шансы. 33 секунды, лол, да ладно, что он заберет? Офигеть. Вторая мортира, бля. О май гад. 600 хп. Но 600 хп у него не хватит ракеты добить. Там ракета, еще что-то надо. 100 хп. 2, 1. О боже, я, ребята, сыграл в ничью. Вы представляете? Кинг Слава. Пошел ты в задницу со своей мортирой, честное слово. Мудила. Достали мортиры, достали. Последний бой, погнали. Так, ой, цикл не очень, немножко. Да, надо что-то придумать более эффективное и либо заменить ночную ведьму. Так. Ну что, у меня сборщик, следующая карта. Я не имею права сейчас первым делать какой-то ход. Давай. Удиви. Поставь мортиру или что-то другое. Я удивлюсь, да, если что-то другое. Так, ну это гоблинская бочка, судя по всему. Ставим сборщик. Сейчас проверим на наличие ракеты. Вау. Нет, это может шахтер быть. Это может быть шахтер. Так, либо три мушкетера. Ну, короче, что я гадаю, сейчас увидим. Но он долго что-то ничего не выбрасывает. Такс. Окей, сейчас банда гоблинов должна выйти вперед. Такс, здесь так. Ой, да, это три мушкетера. Ёптить, это мне контра. Не очень ситуация, пацаны, не очень. Что я хочу сказать? Это фиаско. Зашибись, поиграл. Зап. Ну, хотя меня зап не спасет, все равно минус вышка. И он ставит сборщик эликсира. Прекрасно. Весело. Еще и мой сборщик. Не трожь, спадла. Не трожь, сучка. Ну, я хоть получил каплю эликсира. Бля, я не понимаю, ребят. Вот объясните мне одну вещь. Одну вещь объясните. Вот откуда он знал, что у меня нету фаербола? От какого хрена он выбросил всех трех мушкетеров за гигантом? Наличие сборщика, что ли, об этом говорит? Я не понимаю просто. Какого хрена он выбросил всех трех? Ну, если бы там гигант у меня был. Ну, блин, почему меня так бомбит? Ну, жесть. Стрелы. Темный принц. Зап. Сап, хорошо. Так, ой боже, еще и варвары, господи. Я бы, если выиграл, босс, я такой бы был довольный бы, серьезно. Очень бы был довольный, если бы я его выиграл. Ой, хорош, сейчас темный принц вообще нормально так присобачил по мушкетерам. Такс, пацаны, у меня тут нарисовался шанс. Стрелы, быстрее стрелы. Так, хорошо. Так, мы снесли вышку. Уже неплохо.
Так, а что делаем дальше? Давайте начнем ведьму. Блин, сейчас гигант справа будет. Сейчас будет гигант справа. А, нет, он гиганта с краю карты, окей. Окей, тогда делаем вот так. Мега миньон. Темный принц. Бля, я, наверное, сейчас просто занимаюсь самоубийством. Вот это, просто иду сейчас реально. Вот варвары, три мушкетера там. Че я делаю? Зачем я туда всех юнитов посылаю? У него еще банда гоблинов есть. Это плохо, пацаны, это плохо, потому что я не могу вообще ничего сделать. То есть мне не хватает, недостаточно карт, чтобы полностью его контрить. И вот второй гигант уже, и, собственно, это фиаско. Я проиграл. Ой, боже, сколько всего. Мне такое ощущение, что у него эликсир не заканчивается. Так, давай, темный принц, затащи. Если я сыграю в ничью, тоже будет неплохо. Да, будет неплохо, если я сыграю в ничью. Осталось 30 секунд против... А, он фигню уже начинает творить. Вот эта банда гоблина уже все, он поплыл, поплыл парень. Да, скорее всего, я затащил. На трех мушкетеров у него эликсир не скоро будет, поэтому я еще успею. Тут отлично, так делаем, замечательно. Пошел, слушайте, а может я еще и выиграю? А ну, может я этого еще дурачка затащу? Да вряд ли, 10 секунд. Хотя, ну, знаете, маленький шанс у меня был, маленький. Хотя, блин, вот если бы я сейчас запнул вовремя... Да, если бы я сейчас запнул чуть попозже, может быть, я и затащил. Что-то, знаете, так себе идет пока каточки. Ну, давайте последний бой. Ну, я, блин, должен затащить последний бой. Какого, блин? Какого хрена? Не, ну, знаете, вот что реально бомбит? Окей, я не против. Три мушкетера мне контра, хрен бы с ним. Но, блин, он же гад, выбрасывает всех трех мушкетеров в одну сторону. На одну сторону всех трех. Ну, блин, ну если у меня там фаер, ну почему у меня фаера нету, когда такие дебилы играют с тремя мушкетерами? Когда у меня есть фаер, нет, они, блин, сплит делают. Эх, ладно, так. Ой-ой-ой-ой-ой, ладно. Забиваем, короче, полностью на... Мегаминьон, а ты видишь там этот? Зап. Там шарик. Это лава. Это лава. Было бы, конечно, неплохо, если бы я сейчас размен бы сделал. Ну, такой себе размен, на самом деле. Так, ладно, ставим сборщики эликсира. Это лава-шар. Блин, так как назло, знаете, я слил миньона, и мне нечем было контрить шарик. Там не было у меня выбора, как только всех юнитов на правую сторону. Ну, может быть, даже лучше было на левую. Но я сейчас, знаете, как сделаю? Я лучше пойду на трешку. Лучше пойду на трешку, сейчас голем оставим. Так, будет пламенный дракон, скорее всего. Так, мы выбросим сейчас ночную ведьму. Она сейчас быстренько летучих мышей наспавнит. Так, мега миньона прибережем для шарика. Замечательно. Так, там еще летучие мышь помогают. Что-то я заговариваться много стал. Но что-то никто не бьет шарик. Зап. Отлично, я получил всего лишь одну тыку от шарика. Так, поехали, поехали, поехали. Сейчас надо реально тащить на трешку. У него сейчас эликсира вообще нету. Готовим стрелы, сейчас орда миньонов будет. Так, бревно, готовим стрелы, забрасываем стрелы. И, наконец-то, я победил. Фух, спасибо. Блин, потно, но интересно, честно. Бомбит не сильно. Есть такие катки, что прям вообще прям, ух, как у меня горит после них. Я поиграл, я честно получил удовольствие. Мне нравится с этими принцами играть, леги не было. Вот. Значит, ребятки, ну что, я не знаю, может вы что-то мне посоветуете. Вроде бы колода неплохая, но что-то мне не хватает. Наверное, скилла не хватает. Но я буду подбирать, приходите на стримы, подписывайтесь на канал, ждите мои новые выпуски. Если вам онлайн-каточки зашли, ну напишите в комментариях. Мне понравилось, мне будет приятно. Я читаю ваши комменты, и на адекватные комментарии я всегда отвечаю и лайкаю их. Спасибо за просмотр, желаю вам удачи, хорошего настроения. Не проигрывайте, не бомбите, и пусть вам всегда везет. До новых встреч, всем пока.